Читать стихи без запинки и безошибочно, считать в уме одновременно для этих детей проще простого. Ведь они уже несколько месяцев занимаются в Центре ментальной арифметики «Абакус». Здесь разработана специальная система для развития умственных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. Родители узнали и сообщили мне об этом. Я пришла на пробный урок, и мне понравилось. Занятия по ментальной арифметике помогают детям достигать видимых результатов в учебе. Обучение проходит в несколько этапов. Сначала их учат считать с помощью абакуса или сарабана, японской счетной машинки. Цифра 1. Наверх двигаем одну косточку. Цифра 2. Две косточки. Цифра 4. Четыре косточки и так далее. Цифра 5 находится на верхней планочке. Шаг за шагом. Ученики овладевают принципом счета на абакусе. Получается довольно быстро. Затем сарабан убирается, и дети с легкостью считают в уме быстрее любого калькулятора. Происходит это за счет того, что в голове у ребенка остается картинка, как та или иная цифра выглядит на счетах. Исследования показали, что визуализированная арифметика дается гораздо проще обычной. Кроме того, для детского мозга она очень полезна. Здесь мы учим их думать, мы развиваем логическое мышление, внимание. То есть мы учим детей учиться, мы прививаем им желание учиться и узнавать что-то новое. Веронике Породькиной 4, но в свои годы она знает и умеет больше, чем среднестатистический первоклассник. Девочка уже занималась английским, танцами, а вот теперь родители решили развивать у ребенка аналитические математические способности. Но творческого начала у Вероники не отнять.